Дорога не место для игр, в отличие от дворовой площадки. В пятницу для детей ТОСа спортивные инспекторы ГИБДД подготовили большую не только развлекательную, но и познавательную программу. Мобильный комплекс лаборатории безопасности приехала специально для этого, чтобы детям показать на примере, как нужно себя вести возле пешеходных переходов, как нужно выходить из общественного транспорта и что нужно для этого знать. Чаще всего в летнее время дети становятся жертвами ДТП не как пассажиры, а как пешеходы и даже водители за рулем велосипедов. Потому задача дорожных полицейских – напомнить основные правила, без знания которых на улицах города небезопасно. Но сделать это в игровой форме. Так важный материал лучше усвоится. Самое главное, начнем с самого главного, да? Шлем, правильно? Вот, молодец, умница. Дальше, это вот что у нас? Как ты думаешь? На локотнике, молодец, какой умница. Вот, давай, одевай. Так, что ему еще надо перчатки. Здесь? Перчатки защитные. Умница, молодец. И впоследствии это у нас что? На коленнике. Вот, замечательно. И переходим по пешеходному переходу. Это у нас зебра. Смотрим по сторонам. Автомобили нас пропускают, да? Все. А еще интереснее самим попробовать организовать дорожное движение. Но для этого нужно помнить знаки. Просто знаю. Мы же ездим. И все узнал, что это двор. Это возможность выбега на дорогу. Да тут еще пешеходная зона, дома и машины. Надо вот сюда так ставить, чтобы видно было, что тут двор. Ребята не только повторили правила для велосипедистов, пешеходов и пассажиров общественного транспорта, но и потренировали свои навыки вождения велосипеда. Теперь с новыми знаниями и умениями каникулы пройдут веселее и безопасней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.